35-летие отмечает общественное объединение «Организация ветеранов». На юбилей пригласили заслуженных ветеранов Туркестанской области. Все они входят в первичные ветеранские организации, зарегистрированные в районах и городах региона. Председатель Туркестанского областного филиала рассказал об изменениях, коснувшихся ветеранских коллективов за последние годы. За 35 лет средняя численность ветеранов и организаций достигла 223 тысяч человек, состоящих в 19 городах и районных организациях. После разделения Южного Казахстана на две административные территории в Туркестане 140 тысяч человек числятся ветеранами. Среди них 21 ветеран Великой Отечественной войны, 2394 инвалида Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 4837 ветеранов тыла. Они проживают в городах и в районах области и зарегистрированы в 528 первичных организациях. Но и сегодня они не отошли от дел. Ветераны занимаются воспитанием подрастающего поколения, участвуя в различных мероприятиях. Сегодня в Туркестанской области проживает около 180 тысяч пенсионеров. Все они внесли свой вклад в процветание региона. На протяжении многих лет, проявляя активность, они способствовали культурно-духовному развитию общества. Обратился с поздравлениями к ветеранам области и глава региона Дархан Сатыбалды. Ветераны всегда играют большую роль в обществе. Они стоят на переднем фланге воспитания молодого поколения и сохранения традиций народа. И ветеранская организация нашей области также вносит большой вклад в развитие нашего общества. Я хочу поздравить всех с такой знаменательной датой и пожелать крепкого здоровья и сил на благо процветания Казахстана. Основная цель этой областной организации – защита прав ветеранов и содействие в обеспечении достойных социально-бытовых условий. В завершении мероприятия ряд ветеранов были награждены благодарственными письмами за вклад в воспитание молодежи. Даниар Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».